Всем привет! Я решила записать такое небольшое видео, коротенькое. Но для начала я хочу вам показать, я не знаю, передаст эта камера или нет, такую дымку. Сейчас очень большая влажность, как, впрочем, и на протяжении всего августа. Ну вот, ощущение паровой бани. Но улучшает ситуацию такой вот, знаете, небольшой иногда набегающий ветерок. Вот. И я, собственно говоря, включилась... чтобы записать этот влог вот по такому поводу. Вы, зрители моего канала, знают, что я сейчас делаю новый проект, творческую такую работу литературного характера. В общем, ну, как, я не знаю, как хотите назовите, пишу повесть, рассказ, роман, как можно определить. Я, естественно, не являюсь профессиональным писателем, но кое-какие знания в области истории и... какие-то этнографические наблюдения у меня имеются. И вот, объединив, как говорится, в сумме все имеющиеся у меня познания, я решила написать об интересном для меня месте, не называя его, вот такое литературное произведение. Я надеюсь, тем зрителям, которые постоянно меня смотрят, это будет интересно. Может быть, и новым зрителям тоже. Вот. Я, честно говоря, вот будь я каким-то сторонним зрителем, поинтересовалась бы, посмотрела. Да, конечно, если вы не являетесь любителем истории, для вас, может быть, будет это не так интересно, но, в принципе, там есть еще и сюжет. То есть такая какая-то приключенческая завязка и продолжение в том же духе. Ну, не в жанре экшен, конечно, там, боевика какого-нибудь, но я думаю, вы меня поняли. В общем, приключения продолжаются. И по мере сочинения вот этого моего произведения я его публикую. Затем я думаю, что его опубликую в напечатанном виде, но пока не знаю где. У меня нет возможности, нет каких-то связей с какими-то там редакциями, журналами и прочее. Но также, видимо, выпущу какое-то видео или там где-то на каких-то таких литературных ресурсах, доступных для всех, ну, чтобы можно было просто прочитать глазами для тех, кому слушать не очень нравится, кому нравится просто читать. Ну, это об этом я сообщу, конечно. Пока это будет что и как, я не знаю. И еще, конечно, мне бы хотелось сделать видеоряд, соответствующий сюжету. Но, сами понимаете, я не имею такой возможности. Будь я режиссером, допустим, я сама бы была, получается, что и автором сценария своего фильма, и сняла бы фильм. Но я таковым не являюсь, к сожалению, поэтому исхожу из того, что есть. Я просто беру нарезки из разных кадров своих же видео об этих местах, которые, на мой взгляд, соответствуют месту происходящих событий, и ставлю их за тем, чтобы... не было просто картинки в виде черного квадрата и просто мой голос, а просто какой-то вот, ну, какие-то картинки, если случайно глянул на экран, чтобы увидел там не пустое место, как человек. Но там этот видеоряд не является чем-то связанным, какой-то сплошной линией, вот, поэтому он создает впечатление каких-то рваных картин. Да еще когда я там иду вверх в гору, картинка постоянно дергается. И это тоже может кого-то напрягать. Но не придумала ничего лучше, чтобы сделать. Возможно, кого-то этот раз напрягло бы то, что он видит перед собой черный квадрат и слышит только мой голос. А не видит какую-то картинку, когда смотрит в экран. Ну, что бы сделала я? Я иногда смотрю подобные видео, слушаю, точнее. Я даже не смотрю в экран. И все. Иногда, когда гляну, да, смотрю, там картинка, допустим, звездного неба, там что-то там, луна так движется по небу. Ну, а что мне смотреть на эту луну? Да, конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы там, как говорится, показывало то, что о чем я говорю, но, как помните, герой фильма нашего известного говорит, я имею... возможность, но не имею желания. Или имею желание, но не имею возможности.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот как нельзя к случаям подходит. Так, я сейчас иду на берег моря, но я сегодня не собираюсь купаться. Значит, для тех, кто в ближайшие дни собирается в Барселону, в принципе, вполне себе пляжная погода. Вы можете отправиться на море, это будет теплая вода, появляется солнце, можно загорать. Ну вот о чем я вам говорю, большая влажность. Да, хорошо. Ох, сейчас здесь, знаете, как парит, как в бане. Здесь ветра как раз нет. Вот там я вышла, полегче было, ветерок подул. Ой, ветерок подул. По моей шляпе заметно. Вот. Но в воде будет хорошо. Ну, обращайте внимание на то, что, о чем я уже говорила. Опять может быть желтый флаг по причине грязной воды, особенно это после дождя. Вот сейчас, кстати, с той стороны, я не знаю, вам будет видно или нет, пасмурное небо и возможно, там прогнозы есть, что местами дожди, а где местами, ну, извините, не могу сказать. Вот, но несмотря даже на это, я думаю, что даже после дождя вполне можно будет купаться все еще прогрето. Вот. Ну, что я еще хочу сказать. Сегодня последний день лета, завтра день знаний. Поздравляю всех, кто идет в школу. Если видео посмотрят мои сотрудники, с которыми мы работали в школе, я вас тоже поздравляю. Ну, в общем, всех, кто имеет отношение к этому празднику. Как всегда, я помню, я ходила на работу, как в той самой поговорке, на работу с радостью, с работы с гордостью. И это не метафора. Так оно и было. Коллеги подтвердят. В общем, всем спасибо за внимание. Пока. Увидимся.